Казанском федеральном университете завершился визит делегации Мешхедского университета. Итоги совместной работы двух вузов были подведены 4 октября. Напомним, представители Иранского университета прибыли в Казань в минувшее воскресенье. Еще в понедельник у членов делегации начались рабочие встречи с коллегами в институтах КФУ, которые продолжались до среды включительно. Стороны обсуждали возможные пути сотрудничества. Результатом прошедшей работы стала подготовка дорожной карты на русском и английском языках, где обозначены сферы сотрудничества с несколькими институтами Казанского федерального. Приехала большая группа по разным направлениям, по разной специальности, по химии, по физике, по геофизике, даже по иронистике, по русскому языку и по персидской литературе. У нас большая разная группа.